читаю приметы вот из этой замечательной книги. Называется «Русский народный календарь примет и знаний». Хотите познакомиться с кикиморой и василиском, банником и абдерихой, шишем и лядящим? Хотите обучиться секретам старинной русской ворожбы? Отыскать клад в ночь на Ивана Купалу, заполучить неразменный рупорь. От сестер лихорадок навсегда избавиться и горе злосчастья со своих плечей скинуть. Тогда попробуйте пожить по неписанным законам русского народного календаря. Уникального собрания национальных обрядов и обычаев, поверий и примет, собранных, ну, почти на каждый день. Но народный календарь не только увлекательное чтение, это кладезь многовековой народной мудрости и прикладных знаний, благодаря которым читатель научится безошибочно предсказывать погоду, вырастить рекордный урожай на своем приусадебном участке, а по бабушкиным знаменитым деревенским рецептам приготовить сотни вкусных и оригинальных блюд. Здесь действительно собраны очень хорошие деревенские рецепты, и причем некоторые из них очень старые, некоторые даже с советских времен, а некоторые еще более древние и интересные. Глубокое знание истоков русской национальной культуры, искренность и душевное тепло авторов этой книги помогут читателю окунуться в родную старину, умом и сердцем приобщиться к народным обычаям, почувствовать свои корни и ощутить себя русским человеком на русской земле. Очень рекомендую к прочтению вот этот календарь. На этом все, пока!